Всем привет, друзья, меня зовут Богатейший Ди. Давно не виделись, точнее не слышались. А биткоин давно не стоил почти 7600 долларов. Именно столько за него вчера давали на Coinbase. И когда же в крайний раз мы видели такой курс? В августе 2018 года. Давно, короче. В общем-то, неплохой рост продемонстрировала главная криптовалюта. И некоторые инвесторы, покупавшие биткоин в 2018 году, возможно, уже вышли в плюс. Ну или хотя бы в ноль. Но о причинах такого полета я запланировал отдельный видеоролик на завтра. А сегодня я хочу показать вам нечто совершенно другое. Давайте будем вспоминать, как правильно делать видеоролики. Поехали. Ребята, давайте возьмем лопату и начнем копаться в прошлом в поисках давно прогнивших насквозь, но зато умеющих предугадывать будущее скелетов. Лопата эта носит название 99bitcoins.com, а скелеты — это график биткоина по отношению к доллару. Что же мы тут можем найти? В 2014-2015 годах биткоин показал бычий забег, который многих удивил, вдохновил или заставил ощутить синдром упущенной выгоды. Так называемый FOMO. На тот момент это был новый исторический максимум, около 1130 долларов, после чего произошел массивный откат цены. Здесь почему-то указано, что цена упала до 240 долларов, но я-то помню, что откат происходил до 160, что не так с этим графиком. Или сайтом. Давайте посчитаем, на сколько процентов тогда обрушился биткоин после достижения его ценой нового исторического максимума. Собственно, получилось около 85-86%. Именно настолько упал биткоин в то время. Ему нужно было около 14 месяцев, чтобы снова уйти в параболический рост. И, конечно же, с тех пор таких цен на биткоин мы уже не видели. Перематывая время вперед, мы понимаем, что график биткоина в 2018 и 2019 годах выглядит поразительно похожим. Я бы даже сказал, устрашающе похожим. Мы также наблюдали откат около 85% после роста биткоина до 20 тысяч долларов и его падение до 3200. И этот период отката также длится около 14 месяцев. Также стоит заметить, что оба исторических пика были преодолены в декабре, и при этом дно было заложено в январские дни. Можно ли это считать индикатором достижения биткоина нового исторического пика по аналогии с предыдущим периодом? И можно ли назвать весь 2018 год медвежьей ловушкой? И самый главный вопрос. Как избавиться от привычки шортить, которую 2018 год многим трейдерам навязал? Меня зовут Богатейший Ди, комментируйте, ставьте лайки или дизлайки, обязательно богатейте. До скорого.